Контрольное взвешивание на посту ГИБДД проводится впервые. Датчики показывают, есть небольшой перевес. За день по территории города проезжают десятки таких перегруженных машин. Много лет мы обращались с просьбами приобрести данные приборы. И, как видите, только впервые сейчас, значит, администрация закупила и передает нам для эксплуатации. Урон от большегрузов самарским дорогам исчисляется миллионами. Городским властям сотрудники ГИБДД начали обращаться еще 10 лет назад. К ремонту дорог сегодня повышенное внимание. Чтобы сохранить дорожное полотно, все средства хороши. Но никто не задавался целью, не вникал, то каким образом можно контролировать вот эти вот моменты, связанные с ненадлежащей эксплуатацией этих дорог людьми, которые передвигаются на перегруженных транспортных средствах. Теперь госавтоинспекция уже, получается, имеет технические средства, которые позволяли бы ей измерять тоннаж транспортных средств, передвигающихся по городу. Соответственно, можно на основании показаний приборов привлекать к административной ответственности. Современные весы не обманешь. Аппарат позволяет регистрировать нагрузку на каждую ось автомобиля. Кроме того, оборудование мобильно, легко переносится и устанавливается. Работу новых весов проверил глава города Дмитрий Азаров. Сегодня у сотрудников ГИБДД появилась возможность проверять нагрузку по осям, взвешивать транспортные средства, конечно, в первую очередь грузовые, это к ним относится. И в случае превышения нагрузки на ось штрафовать и водителя, и должностных лиц, и юридические лица. Сегодня мы вооружили ГИБДД. Это будет сказываться, конечно, на защите дорог, которые мы будем интенсивно ремонтировать. По нормативам вес груза не должен превышать 25 тонн. За превышение водителям придется заплатить штраф до 2000 рублей. Должностным лицам грозит наказание до 15 тысяч, юридическим – до 400 тысяч рублей. В планах городских властей в ближайшее время закупить еще 4 таких контрольных прибора. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, ГИС-события.